Всех приветствую на канале Майер, зрительных подписчиков. В последней распаковке вы увидели вот такой пауэрбанк. И сегодня я сделаю тест на него, проверю. Так, ну давайте рассмотрим поближе. Корпус из пластика, под вид карбона. На обратной стороне характеристики, я их выведу крупно на экран. Значит, есть тут быстрая зарядка, чтобы заряжать какие-то свои гаджеты, и также быстрая зарядка, чтобы зарядить сам пауэрбанк. Давайте посмотрим. Это QHCharge 3.0, быстрая зарядка USB. Дальше идет разъем Type-C, microUSB, но это чтобы заряжать телефон. Здесь обратно можно как заряжать, так и раздавать. Значит, здесь последний порт, обычная USB на 5 вольт 2 ампера. Один раз нажимаем, видим через черненькое вот это темное стекло, видно не сильно ярко, ну и как раз нормально, 30%, 29 сейчас процентов, значит, есть емкости в этом пауэрбанке. Если мы нажимаем и удерживаем, включается фонарик. Удерживаем, отключаем фонарик. Так, ну прежде чем приступить к тестам, я разберу, покажу вам еще плату. Как вставляются аккумуляторы сюда. Подогнано все очень замечательно. Никаких щелей, никаких заусенцев. Руку нигде не режет. Вот. Сюда я установил свои 4 бушных аккумулятора. Ну, все одинаковой емкости. Из одной партии. Так. Выглядит плата. Никакого флюса, все сделано очень качественно. Минусовая пластина, плюсовая пластина. Подпружинена. Вставляем аккумуляторы. Везде одинаковые полярности. Здесь минус, здесь плюс. Все, и закрываем крышкой. И закручиваем винтики, которые идут в комплекте. И также есть отверточка в комплекте. Если что. Ну ладно, на это время терять не буду. Она и без винтиков очень крепко все тут держится, защелкнулась. Приступаем, значит, следующий этап, проверка. Берем вот такой USB тестер, автоматически сразу включается пауэрбанк. Так, 5 вольт, значит, мы проверяем первый порт, значит, рассчитан на 2 ампера, и мы видим, что напряжение стабильно держит, нет скачков напряжения, ну, где-то на 1/100. Видим, сейчас я уже больше заявленных даю. При этом не отключается, не уходит в защиту. 2,5 ампера на этот порт. Напряжение держится, не опускается. Ну вот, в принципе, на 50% больше, чем заявлено. Так, ну, нам интересно вот этот порт. Для этого я воспользуюсь триггером. Ну и выставляю 3 ампера. Смело выставил 3 ампера. Ребят, смотрите. 3 ампера, даже выше. Нет. 3,2 и отключается, уходит защита. Ну и то хорошо. Ну, 3,2 ампера. При этом напряжение 5,2 вольта. Это отличный показатель. 5,2 вольта. Ну, давайте переключаем следующий на 9 вольт. 2 ампера. Отлично. Справляется. Так, 12 вольт. 12 вольт, 1,5 ампера. Вот, 12 вольт, 1,5 ампера. Работает. Попробую QHCharge 3.0. Есть ли у него плавный подъем напряжения ступенчато? Так, 5 вольт. Видим, поднимается, вот смотрите.
напряжение ступенчатое. 7 вольт, то есть полноценно реализовано QSCH 3.0. Вот уже 9 вольт. В общем, любое напряжение. Проверка. Зарядка пауэрбанка с помощью быстрой зарядки. Подключаю магнитный кабель. Ребята, все ссылки вы найдете в описании на хорошие качественные кабели, которыми я пользуюсь, и есть у меня на них обзоры. Так, смотрим. Идет определение. И видно. 9 вольт, 1,9 ампера. 9 вольт, 2 ампера практически. Ну, плюс потери на кабеле. То есть, быстрая зарядка здесь реализована. Такой пауэрбанк можно зарядить за час-полтора. Теперь берем же этот кабель, ребята, и проверяем, как он заряжает телефоны, если у нас стоит процессор Snapdragon или MTK, MediaTek. Так, идет зарядка, сейчас посмотрим. Да, есть быстрая зарядка. Значок горит, быстрой зарядки, и здесь показывает 8 вольт, 2 ампера. 8 вольт, 2 ампера, видно, да? Теперь, если у нас MediaTek процессор, 2 ампера, 1,8 ампера идет зарядка. Кстати, на Алиэкспресс продаются вот такие в стальных оплетках кабели. Очень тоже хорошие, до 3 ампер удерживают спокойно. Так. Включаем. И видим. Так, включаю. А, тут почти уже заряжено. И видим сразу 2 ампера пошло зарядка. 2,2. 5,2 вольта. И по максимуму 2,23. Ну, до 3 ампера доходит. В общем-то. Так, тут все прекрасно в этом плане. Теперь... Насколько глубоко разряжаются аккумуляторы, мы знаем, если менее 2,8 на банку, то аккумуляторы долго не проживут, они испортятся. Поэтому сейчас посмотрим. Я поставлю нагрузку, чтобы быстрее разрядить. Так, ребят, ну и что меня сподвигло, значит, купить вместо вот этого пауэрбанка, вот этот замечательный пауэрбанк. То, что мы не можем вот этим пауэрбанком заряжать вот такие хотя бы часы. Если у нас идет зарядка 0,3 ампера, то этот пауэрбанк отключается. Не идет зарядка. Ну давайте продемонстрирую. Вот. Включаю часы на зарядку. Так, это не тот кабель, извиняйте. Я в них уже запутался. Так, все эти кабели замечательные. Кстати, придет скоро на днях отличный магнитный кабель на 5 ампер. Тоже буду тестировать. Не пропускайте, нажимайте на колокольчик, уведомления делайте. И тогда не пропустите. Так, ну вот смотрите, беру вот такие часы, ставлю на зарядку. Включаю. Загорелась индикация, но не пошла зарядка. Видите? То есть телефоны можно заряжать, а вот мелкие, где заряжается малым током,
такие приборчики не получается. С помощью этого пауэрбанка это возможно. Смотрите. То есть любая нагрузка, самая даже минимальная, пауэрбанк работает. То есть мы вот эти гаджеты можем зарядить 100%. Пока вообще не зарядится телефон. Так, это подождите, выключу пока. Так, надо уже мне вот этот тестер поменять. Он уже начал глючить. Контакт отходит. Или перепаять там. В общем-то, видим 5 вольт. Ну, видим 0,1 ампера. Идет зарядка. То есть зарядятся эти часы полностью до 100%. Не выключается. Пока в ноль полностью не упадет нагрузка. А это говорит о том, что мы зарядим даже вот такие мелкие какие-то. Вот, видите, 0,13 ампера. Итак, интересно, перегревается сама плата. Значит, вот на максимальной, значит, нагрузке. Сейчас я разберу. И интересно, замерим температуру при этом. Самое горячее найдем место на плате. Не более 50 градусов. В общем-то, приемлемость. Рука терпит. Вот я держу. Самое горячее это вот дроссель здесь, вот, 5-амперный. Когда у нас не перегревается плата, у нас не будут портиться сами вот эти USB разъемы. И не приведет их от пайки там или еще что-то. Очень хорошие КПД. Я в этом уверен. Так, ну, ладно, прикроем. Сейчас разрядим полностью. Обратите внимание, есть два типа аккумуляторов, так называемые защищенные и незащищенные. Сюда подходят только незащищенные. Они размером поменьше, которые имеют плату защиты, они сюда просто не подойдут, не влезут. Здесь все так вот впритык. Все очень плотно сделано. Вот так вот защелкивается и закручивается винтиками. В общем-то, качество очень хорошее. Пластик жесткий такой. Вот это под карбон, оно неистираемо. То есть со временем так и останется вот это симпатичное, значит, покрытие на пауэрбанке, ничего не облезет. Вот, 3D тут как бы получается вот такой карбон под разными углами. Очень хорошо смотрится. Темное стекло. Не сильно ярко, правда, через темное стекло, но практически хорошо видно. Вот сейчас 7% остаточная емкость аккумулятора. Также здесь показано маленькими буквами. Вот они, кстати, сделали чуть побольше был вот экран. Здесь, когда идет обычная зарядка и когда у нас работает быстрая зарядка, внизу еще высвечивается значок QR4.0. В общем-то. Но я считаю лучше бы, если они сюда добавили амперметр. То есть показывало вольты и амперы. Но показывает только процент. Ну ладно. В общем-то. Надеюсь, у этого производителя будут еще пауэрбанки. И когда они добавят сюда функцию вольт-амперметра, я обязательно закажу. Сама плата мне очень понравилась. Вот, кстати, это очень полезная штука. USB-тестеры, покупаете какие-то товары. Магнитные кабели, пауэрбанки или зарядное устройство. Всегда можно проверить качество этих приборов с помощью вот такого USB-тестера. Данные USB-тестеры идут с небольшими, значит, косяками, я их доработал. Посмотрите мое видео, значит, после покупки заказа обязательно сделайте, и будет он служить долго и надежно. Видите, даже скотчем экран обмотал, это же не просто так, потому что имеет свойство, он здесь на липучке, отпадать, и повреждается вот этот шлейф. После этого можно вот этот USB тестер выкинуть. Всегда, когда я делаю какие-то обзоры,
и вижу какие-то недочеты, я их устраняю и в своих видео вам показываю, что нужно сделать. В общем-то, смотрите полезный канал, подписывайтесь и приглашайте своих друзей, делитесь моими видео, лайки ставьте везде обязательно. За это вам огромное от меня человеческое спасибо. Есть у меня постоянные зрители, вам привет, вообще супер, вы лучшие. Последний тест, проверить аккумуляторы, насколько они разряжаются, до каких значений. Помним, что 18650 они работают, они должны, значит, работать от 2,9 вольт до 4,2. И посмотрим, насколько правильно здесь отрегулирована плата, насколько разряжает глубоко, не глубоко аккумуляторы, портит она их или нет. Этим тестом мы сейчас все это дело проверим. Так, разрядился полностью пауэрбанк, 0%, все, достаем аккумулятор, проверим сейчас. И 1 вольта. Отлично. Значит, 3,1 вольта и до 4,2 вольта.